человек с психологическим образованием, он в каком-то смысле должен быть визионером, потому что он сейчас оказывается тем, кто помогает вот этой психике, которая никогда не жила в таких обстоятельствах, как современность, все-таки себя найти, собрать, определить свои жизненные цели, смыслы, преодолеть проблемы, с которыми любая психика сталкивается, и на этом пути с помощью специалиста добиться результата.